Шов неполный крест или полукрест используется в вышивании сам по себе или в вышивке крестом при вышивании отдельных участков. Например, у меня это здесь вот эти вот розовые участки, вот здесь вот вокруг, и вышивки ножниц. Вот здесь посерединке он используется. Как он выглядит? Вот. Вот таким вот образом, вот такие вот половиночки крестиков как бы. Используется он для эффекта полупрозрачности, нежности. То есть получается вот эти участочки, они выглядят вот так вот, как бы, как будто акварелью нарисованы. При этом, если уменьшить количество сложений нити, то этот эффект усилится. Я покажу на примере ножниц моей вышивки, как выполнять этот шов. У меня здесь использованы три цвета. Два участка я уже вышила, третий вышиваю, а четвертый, самый темный участок, выполнен крестом. И то есть здесь на контрасте можно увидеть, что эти два участка выглядят совершенно по-разному. Выполнены не полным крестом и выполнены крестом. Крестиком участок гораздо темнее получается. Итак, выполняем шов неполный крест. Я буду выполнять его в две нити, которую мы закрепляем петлей или под стежками. И далее выполняем ряды стежков вот таким вот образом. По диагонали располагаем стежочек. И далее так вот мы вышиваем ряд за рядом. Вот один стежок, следующий. Еще один. И последний стежочек в ряду. Я вышиваю ряды снизу вверх. Можно это делать также сверху вниз, так как вам удобно. Самое главное, чтобы стежки выглядели вот таким вот образом. То есть это получается как бы половинка крестика. При этом стежки должны располагаться в ту сторону, в которую у вас располагается верхний стежок крестика. То есть у меня это получается слева направо, вот такой вот плоскости. Если вы вышиваете наоборот, то значит, соответственно, стежки неполным крестом тоже должны располагаться так же. Вот так вот выглядит у нас стежочек. Следующий ряд я вышиваю в обратном направлении, то есть стежки располагаются точно так же, но для того, чтобы у нас не было больших провисаний нити по изнанке, располагаем их в обратной последовательности. Вот так. Но в результате стежочки выглядят точно так же. Одна клеточка равна одному стежку. Вот. Последний стежочек в ряду. Вот так вот выглядит шов полукрест или неполный крест.